Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Каркаджак на один из качественных проектов Алании, который называется Экомарин Резиденс. Я сам раньше работал в этой компании, как отдел продаж и также управляющим вот этой резиденции. Так, дорогие зрители, комплекс состоит из 5 блоков. Огромная территория. Расстояние от этого места до моря 1100 метров максимум, до воды. Тут прямо рядом с этим комплексом мэрия Алании установила недавно такой большой парк. Теннисный корт, там детские игровые площадки. Сейчас покажу вам. Вот баскетбольная площадка. Все есть. 50 метров впереди у нас маркет. И в левой стороне сеть магазинов А101, также там есть пекарня и несколько маленьких ресторанов. Тут строится новый проект, называется Blue Tavern. Тоже от этого застройщика. Застройщик называется Oxa Construction. 724 видеонаблюдение и охрана. Салам алейкум. Тут везде есть скрытая парковка. Под каждым блоком вход с этой стороны, вот продолжается до конца. Здесь автомоечка, ну сами берете шланг и моете свою машину. Так, идемте вверх. В той стороне вход в парковку вот этих двух блоков. У каждой квартиры здесь, в крытой парковке, есть отдельная кладовка под ключ. Вот тут огромная территория, 3 больших бассейна. Здесь у нас детская игровая площадка. А и дату проекта от 50 евро и выше, в зависимости от квартиры. 1+1, 2+1 и 3+1 и так далее. Так, здесь у нас продается квартира с 1+3+1, двухуровневая, в блоке А. Значит, у нас это А блок, Б блок. Вся инфраструктура находится в С блоке, Д и Е блок. Пятиэтажный проект. Здесь у нас аквапарк, детский бассейн, тут водопад. В основном работает все в сезон. Вот огромный второй бассейн. Также бассейн у нас наверху. Сейчас туда поднимемся. Тут водопад. Сезон. Так. Здесь мини-бар, который не функционирует из-за пандемии. И пока что собрание жильцов. Не решили там что-то делать. Здесь душевая кабинка. Поднимаемся наверх. Вот это у нас главный бассейн. Отсюда у нас вид на море и на соседнее здание. В этой стороне джакузи. Вот. Вот море. Это считался 2 года назад, можно сказать, самым люксовым проектом в Алании. С огромной территорией и с хорошей инфраструктурой. Ну, сейчас уже новые проекты строятся. Каждый старается строить лучше и лучше. Но такую территорию уже не строят. Здесь у нас ресепшн. Раздевалка, женская, мужская, тут фитнес, вот, занимается спортом, ну и смотрите, вот вид такой, крепость Алании отсюда видна, вот. Здесь зона отдыха и спа. Сейчас включим свет. Так, все работает. Вот сауна.
Это вот специальные камешки. И это соль. Специальные камешки, привезенные. Здесь у нас римская парная комната. Вот, со звездочкой. А здесь у нас турецкий хамам. Вот. В этой стороне VIP-зона, скажем. Отдельно закрывайте дверь и отдыхайте. Включим свет, потом забудем. Так. И тут у нас большой крытый бассейн, который находится в блоке С. Там у нас джакузи, тут фонтанчик тоже работает летом. Вот уже запустили, кстати. Кто-то будет плавать. И здесь у нас массажная комната, есть джакузи, искупались и легли на массаж. Так. Посмотрим другую инфраструктуру, которая находится в той части. Здесь у нас с правой стороны вот такой санузел детский. Вот. Хочу показать качество строительных материалов, которые использованы в этом проекте. Это у нас музыкальная комната. Раньше тут все работало, сейчас вот вроде детишки доиграли пианино. Все работало, сейчас не знаю, вроде работает, но надо доделать их до конца. Так, здесь у нас детская игровая комната, очень большая. Вот пейнтбол для детей, мини-футбольная. Вот такая игровая, игровой столик. Здесь у нас домики специально для детей. Зашли, поиграли, вышли. Вот как интересно придумано все. Кухня для девочек. Уже вот сломали детишки. Ну, здесь установили доску. Изучается, что китайский язык. Интересно. Сейчас покажем зону отдыха. Тут зона отдыха. Также есть PlayStation. Вот стоит. Тут отмечают день рождения и праздники. Теннисный стол и бильярдный стол. Я здесь в основном играл с жильцами, когда было время. Здесь у нас сверху зона барбекю. Вот как здесь классно. Так, идемте к проекту блок А. Сейчас нажму паузу и покажу квартиру. Вот у нас прямо растут бананы. Тут на проекте. Вот как это все выглядит. Маленькие такие. И здесь у нас аквапарк.
пока. Вот, дорогие зрители, это та квартира 3 плюс 1 с своим садом. И вот такой участок здесь большой. Кстати, здесь посажено бамбуковое дерево. Кто не видел, кому интересно. Вот. Огромный участок принадлежит этой квартире. Можете сюда установить там качели для детей, маленький бассейн надувной. А тут у вас садик, можете посадить все, что желаете. Отдельное вот такое место. Столик установить сюда, гамак и тому подобное. Кто как желает. Здесь горшки с цветами можно, дерево тоже в горшок посадить. У нас как аквариум место. Так. Термопакет, окна алюминиевые. Входим в квартиру. Здесь у нас гостиная комната снизу, почти отдельная с кухней. Вот такие окошки круглые. Так. Вот такая просторная гостиная комната. Потолки высокие, 275-285 сантиметров между ними. Здесь вот балкончик, выходим на балкон. Угу. Вот. Это дерево. Здесь у нас встроенный шкаф, домофон. Вот глубокий встроенный шкаф. Все с доводчиками. Кондиционеры фирмы Гри. Этот островок. Это у нас гранитовый. Сюда устанавливается или индукционная плита, или нормальная плитка. У нас Inox карбоновая вот эта моечка. Так. Здесь у нас вся фишка. Вот смотрите, дорогие зрители. У нас здесь кладовка. Скрытое место для... Вот. Для личных вещей, там можно ненужные вещи также поставить. Вот. Все с доводчиками. Тут у нас первый санузел без душевой кабинки. Вот здесь у нас унитаз. В первом этаже нету душевой кабинки. Так. Также здесь выход к садику. Эта сторона у нас восточная. Солнце вот оттуда восходит и направляется в ту сторону. Так, сейчас поднимемся на второй этаж. Мраморные лесенки, круглое окошко. Здесь тоже есть окошко. Можно проветривать. Прихожие второго этажа. Вот. Так, в санузлах у нас теплые полы. Здесь у нас санузел с джакузи. Наверное, вы видите. Вот такое джакузи. Мозаики. Вот такое джакузи. Квартире большой санузел. Тут у нас хозяйская спальня, очень большая. Кондиционер фирмы Гри. Вот. Отдельная гардеробная комната. Вот. Можете здесь дверцы даже закрыть, ну сами. Придумайте что-нибудь для этой комнаты. Здесь у нас санузел этой хозяйской спальни. Вот тоже мозаики. Угу, с форточкой. И балкон, который смотрит на восток. На этот проект немножко горы видно. И дерево.
Вот горы. Даже крепость Алания отсюда видна. Тоже неплохой вид. Вот. Здесь у нас дополнительная спальня, детская, скажем, вот такая. Где-то здесь 11-12 квадратных метров. Такой вот вид. И кондиционер также фирмы Гри. Дорогие зрители, входим в последнюю комнату. Ну, как гостевая комната или спальня. Как хотите, так можете сделать для себя. Так, вот, дорогие зрители. Комната не маленькая. Здесь где-то минимум 18 квадратных метров. Такой вот потолочек. Окна в пол. И большой балкон. Вот. Кстати, у нас сейчас закат будет. Вид на море. О. Это вид у вас не закроется, так как в Кыргызжаке разрешено строить максимум 5 этажей. 6 этаж как пентхаус. Двухуровневая квартира. Все, показал один из грандиозных проектов 2019 года. На данный момент, как участок вот такой огромный, наверное, тоже единственный проект в Алании на данный момент. Пока что нету с таким участком, но вроде строит где-то. Так, дорогие зрители, здесь 180-200 квадратных метров, как минимум, жилая площадь с балконом вместе. Брутто считается 260-270 квадратных метров. Цена этой квартиры 222 тысячи евро. Если вам понравилась эта квартира, пишите, звоните по номеру, который указан в описании, также в ролике этого видео. Я работал в этом проекте и знаю все плюсы-минусы, где что, как и есть. Для более подробной информации звоните. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Каркаджак. Всем желаю радости, добра, процветания и крепкого здоровья. Денежку вы по-любому заработаете. Берегите себя. Всем пока-пока.